Всем привет! 15к лайкосов на последнем ролике. Это просто нереальные показатели. Огромное вам спасибо за такую поддержку. Реально. Ну а это начало новой истории. Надеюсь, она вам понравится так же, как и предыдущие. Я постоянно играю на официальном сервере. И на игру здесь уходит очень много времени. Ну а если у тебя не так уж много времени, как у меня, и ты для себя ищешь хороший модифицированный сервер, то тебе на Fury Rust. Здесь присутствует огромное количество серверов на любой вкус и цвет. Как давай вы видите на своих экранах. Все коннекты в описании и не забудь про промокодик. Всем приятного просмотра. Фермером я был, отель я строил. Теперь я хочу заняться рыбалкой и отстроить свою небольшую крепость на воде. Но для этого мне нужно найти место. А место мне нравится либо здесь, либо здесь. Но там, скорее всего, клонина уже какая-то стоит. Ну, мы сейчас посмотрим. Hello? Дружище, у тебя кирка есть. Не хотел бы ты поделиться с бомжиком киркой? Слушай, а чё он там за тип сзади, смотри? Я, короче, это... Я хочу рыбалку построить. Как бы, вот. А мне нужно для этого что-то... Слушай, ты можешь вот тот камень зафармить? Для меня по-братски. А то, блин, мне 1000 камня нужно. Камень и вон тот. Буду рыбкой кормить, если что. Обращайся. Мне бы хотя бы топорик какой-то скрафтить. Вот, вот этот камень. О, спасибо большое. И двушка 300 серы. А кирка сколько? 400 металла. Блин, соленья. Еще соленья. Генератор. Нет. Я один раз проблевался. Сюда мы вот так вот сделаем сейчас и припрячем ценное. О, фармилка. А мне как раз домик нужно строить здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Шкаф. План постройки у меня есть. Дверь, замок. Я решил далеко не ходить и отстроить свой первый домик на этой скале. Тем более вид был с нее очень даже неплох. Я хочу жить здесь. Уж больно нравится мне это место. Тут, кстати, можно нехило такой домик отстроить. Не успел я отстроиться, как ко мне пришли гости с пушками. И начали мне угрожать. Открывай дверь, иначе я спалю тебе. Это твой дом, выжигатель, да? Ну, я как бы ничего не потерял. Я только начал свое развитие. Меня, кстати, еще и никто и не выжег. А, нет. Выжгли. Бегая неподалеку от этого места, я нашел двушку и решил первым же делом вернуться к моим обидчикам. Он что, этаж поднял? Да ну, не может такого быть. Он поднял этаж. Он еще один этаж поднимает. Забайчено. Спасибо за лут, братичка. Я тебя зарейду за это. Зарейдишь меня? Рейди. У меня дома нет еще, чтоб ты меня рейдил. Сейчас мы с тобой поиграем в очень увлекательную игру, называется «Как очень жестко взбесить соседей». Я хотел быть обычным рыбаком, но сейчас я буду доставучим рыбаком. Рыбак, который будет доставать всех соседей. Я тут не умею лестницы крафтить, ну и не проблема. У меня есть... дверки. О, мне уже нравится это место. На самом деле я ничего не вижу, но как бы строиться в ночи — это уже моя фишка. Поэтому будем ориентироваться примерно по каким-то непонятным деревьям. Вот так, вот так.
Паровозик. Чух-чух. Где я? Что-то мне подсказывает сейчас, что я очень зря выкинул факел. Что это тут происходит у нас? Я как бы еще даже ящик не успел поставить, чуваки. Вы чё? А уже надо идти отбиваться. Ну, я почти идеально поставил. Теперь, правда, я выйти не смогу. Ё-моё, их тут выбежало. Но там есть свои плюсы, у меня есть факел теперь. Ящик я, кстати, тоже неплохо поставил, оценил. Но убить четверых с двух, и это анрил. Но у меня почти получилось. В этом домике осталось немного барахла, которое мне было очень сильно нужно, так как у меня не было ничего. Это читак? Походу я подписал себе смертный приговор. Вам пизда, парень. Блин, ну по мне боты будут наяривать. Опс. Я вор. Я жулик. Я не буду палить свою хату, я просто побегаю пока с пушкой. Если убьет, то окей. А, я понимаю. Понимаю, почему у меня здесь ФПС-а нет. Офигеть, тут территория. Вы шутите. Я уже испугаться успел. Думал, это эти челики отстроили такое. Походу, нет. Меня интересуют их турели. Две штуки. Вообще, вполне... Их сломать вполне возможно. То есть, 200 выстрелов с композитного лука. Опа! Но пока он в онлайне, это нереально сделать. Ты у нас на спалке. Опа, там фармила. Пс, фармировок. Пс, как дела? Давай, камень на землю. Братан, я... Камень. У меня вот это вот, вот это, вот это, вот это, вот это добудь. Я тебе МВК верну, вот это добудь. Окей. Можешь? Да, мне просто 7 МВК не поставили. Угу. А мне нужно домик построить. Вот, и вот этот, смотри. Ладно, потом у нас будет перестройка в этом доме. Перестрелки, море пушек и тому подобное, это, конечно, хорошо. Но еще лучше это отстроить свою рыболовню. Но для этого нужно найти место для постройки. Осматривая окрестности, я заметил очень интересный домик, который, по всей видимости, гнил. Окей, конь, ты мне сейчас понадобишься. У
Оу! Сколько тут ткани! Ё-моё! Чувствую, что я не зря это уже сделал. Может быть, тут домик где-то отстроить? Ты убил моего коня, понял? Как ты вовремя всегда-то, а? Зачем ты моего коня убил? Офигеть, тут крепость. Мне кажется, или там турели выключены. Я потерял своего единственного друга на этом сервере. Мы могли с ним бегать и убивать типов, фармить РТшки. Но его убил какой-то демон. Ни за что. Ой, хорош. Так, это мы обязательно забираем. Я помню, не мог найти эти штуки. Блин, а они не стакаются? Вот это мы забираем, забираем. Ладно, это можно по одному экземпляру забрать, в принципе. Вот это мы все заберем. Удобрения мне еще пригодятся. Плюс картошку, семена. Нифига себе тут картошки было. В итоге весь лут я перенес домой. Я увидел, что неподалеку от меня скинули чинук, и туда мне нужно было идти 100%. Я взял в руки свой единственный калашик, и началась жара. Калаш, ты должен себя отрабатывать. Ты должен себя отрабатывать. Тут только одно место, где они могут сидеть и контрить все. Это верхушка, но туда подойти будет сейчас не очень-то и просто. Они могут сидеть везде на этой мусорке. Так, все. Слева. Поздравляю, Калаш, ты себя отработал. Дом у меня недалеко. Домой бежать мне нужно побыстрее. Я его не убил. Ё-моё!
У меня есть 4 минуты. Это что такое сейчас было? Чё разорался? Успокойся. Всё нормально будет. Плюс двойные двери МВКшные. Я просто такой дом могу забабахать. Понимая, что мой дом вот-вот могут зарейдить и окупиться, я решил немного обустроить свой домик. Мой дом даже заантирейдить будет невозможно. На самом деле, я не знаю, как этот домик можно расширить. Но мы сейчас подумаем. О! Все, тут думать даже не надо. Будем считать это идеальным домом. Что это такое? Двойные двери лучше МВК не палить. Ну вот и надо было тебе это делать. Надо было. Я получил, что заслужил. У меня было 200 камней всего. Да. Ты тут недалеко живешь, что ли? Оно того стоило. Где ты живешь? Я не особо хочу стрелять с соседями. Я тут пытаюсь домик себе построить атмосферный. Ножичек подожди, ну, если ты на меня не нападешь. Я могу даже левик тебе вернуть. Не нападу. Но без патронов. На. Это было проще. Мне это не особо нужно. Я хочу домик себе обустроить и все. А где ты живешь, слушай? Чтоб мы друг друга не прессовали, да. Покажу. Вот этот дом? А, нифига, вот огромная территория, что ли? А, я понял. А огромная территория тебя не прессует? Нет, они такие, они чисто ночью играют. Ну, я понял. Слушай, у тебя камня нет? Я бы купил за что-то. Камня? У нас все серо есть? Серо, не знаю, надо посмотреть. Не, серо у меня, наверное, нет, но у меня есть берданка. Я только выбил ее. Могу скинуть. Ох ты, Мишка, Мишка, какой же ты приставучий в этой игре, а? Чтобы привести мой домик в порядок, мне нужно было немного пофармить камня. Но и тут без приключений не обошлось. Притворяемся бомжом. Пушки с собой брать нельзя. Я ничего не вижу в этих деревьях.
Это не дом. Это фигня какая-то составная. Да, столько ресурсов бахал, непонятно вообще. Что это такое? Как у меня дом выглядит в центре? Во, вот так нормально. Чувствую себя пока в безопасности. Обустроив свой домик, я начал искать место для постройки моей рыбацкой бухты. Тут зарейдили домик, я недавно пробегал, тут все было целеньким. Вот такие шмоточки остались интересные. А вот этот домик, кстати говоря, я могу зарейдить спокойно. Если сломать вот эту дверку, по-тихому, и выбурить фундамент, все, возле гастейшена я запомнил. Найдя подходящее место, я сразу же начал отстраивать рыбацкую бухту по секретным чертежам. Я в безопасности. Дождавшись рассвета, я все-таки решил зарейдить тот домик, который я приметил. Взял два бурчика и отправился туда. Да, путь был не близким, и я полетел туда на коптере. Так, лететь мне на G16. Если я не ошибаюсь, этот дом еще был целенький. А, нет. А тут есть шкаф? Тут нет шкафа, ё-моё. А мне как раз вот эти штучки нужны были. Чувак, ну это незаконно идти ко мне. У него сачель. У него сачель. Чего? Чего? Ха! У него везде замки открыты. Опа! Опа! Борода! Ё-моё! Плюс хата. У него базука были разрывные. Это окуп. При том, что я потратил только одну сачельку, которую я нашел. Он человечину жарил? Это самый язычный рейд, который у меня когда-либо был. Это что за трешак, чувак? Тут берданка даже была. Ну, у него ничего такого-то было. То, что мне нужно, у него не было. К сожалению. Хотя этот домик мне нравится. Он выглядит ничего так. А здесь у меня как раз рыбацкая бухта стоит. Мне кажется, это идеально. А вон и моя отстроенная рыбацкая бухта. Йо! Это идеальное место. Да-да, это идеальное место, чтобы начать свою жизнь рыбака. И она начнется уже в следующем ролике. Если тебе понравился данный ролик, не забывай прожимать лайкос. Вторая часть выйдет уже совсем скоро. И в ней будет очень много всего интересного. Всем пока!